Гир, Гир. Слышь, а ты что в поле ночевал? А что это ты на башке? Прикольно. Дим, присаживайся. Сажусь, метр, вчера... спокойно. Сади, Дим. Сядь, время, не время. Мелькай, Димон. Слышь, вчера... Да сядь уже, успокойся. Дима, ты на тебя нет. Дима, микрофон. На корпоративе вчера хорошим выступал, на мясо-молочном комбинате. Нормально? Дали, ну миском дали, ничего. Первый тайм, да? Мы уже отыграли. Прикольно. Лёнь, а вот эта вещь, голос. Не похоже на тебя, не похоже на меня. Просто так, Пелагея. Не похоже. Не надо петь. Не, нормально. Сейчас, ребят, скоро начинаем работать там. Как там службы? Где? Работаем? Нет? Дим, завязывай. Прикольно. Диму колбасит. Нормально. Работаем, ребят, нет? Да. Фонограмма где там? Да. Папа, видите, скоро сейчас. Не похоже на тебя. Слава богу, что не похоже. Не дай бог. Не скажешь? Не зарекайся. Так, все, работай, все. Все, работай. Дима. Так, что молчим? А что я... Что я петь должна, что ли? Тихо, я узнал. Прикольно. Это женщина и с юмором. Прикольно. Интересный тембр такой, да, такое... Бельканто какой-то такой. Конечно, пока не расслышал, да. Что-то есть такое. Что вы нам исполните, барышня? Что вы говорите, не поняла я? Я что? Говорю, что молчите, голубушка? А что делать-то? Я... Начинайте. А? Что говорите? Начинайте уже. Так это... Начинать? Ага. Начинать. Начинать? Вы не против? Я с пола начну. Мы за. А? С пола. А какой пол? Пол Маккартни? Честно говоря, не уточнили. Мне по большому счету все равно, понимаете? Мне просто сказали прийти и начать с пола, все. Я как бы готова. Можно начинать? Начинай. Прикольно. Ну, и чего вы не начинаете? Начинайте. Чего не начинаете? Я уже давно начала, что вы такое говорите? Я уже скоро закончу. Смешная. Наверное, волнуетесь. Вы волнуетесь? Я не волнуюсь, что же. Чего не волноваться? Я столько лет в этой профессии, извините. Я как рыба в воде. А что ж ты не начинаешь? Что не начинаешь? Ты что, настраиваешься? Чего не начинаю? Чего расстраиваюсь? Я как бы немножко расстраиваюсь, потому что я целый день на ногах. Это вы тут сидите языками болтаете. Тут я сюда, понимаешь ли? Вот у вас свои развлечения, у меня свои. Стоп! Я уже чувствую по тембру такой, знаете, Джефферсон Стейдж, Пикников Офиса, Флитвуд Мэк, Назарет, Слейд. Это же вещи хорошие. Кстати, Дима. Как у вас? Дима, спокойно. Девушка, как у вас с низами? Кому вы больше предпочтения отдаете? Где вы больше чувствуете себя лучше, вверху или внизу? Девушка! Внизу, мне удобнее, внизу! Моя тема, моя. Вверху я не дотягиваю. Иногда, знаете, приходит так не дотягиваю, что приходится мне белья использовать. Брат-нотуля. Брат-нотуля. Скажите, как у вас с вибрато? А почему вас это интересует? У вас есть вибрато? Слушайте, я вообще-то порядочная женщина, у меня муж есть, понятно? Мне эта гадость не нужна. Допустим, мы вас выбрали, да? Да, барышня, слушайте меня, нет? Скажем, мы вас выбрали. У меня такой вопрос. Кому из нас вы бы пошли? Вот я кому думаю, из нас? Я думаю, это моя, ребята. Я думаю, это моя. Прикольно. Она берет не за, все берет. Берет. Это мой клиент. Да никому из вас я бы не пошла. Я что, дура? По намытому ходить. По намытому?
Слушай, в этом есть мешная поэзия, да? Помыта. Смешная, в этом есть кайф определенный, а? А что, что, прикольно, да? Ну так спойте же нам. Так может, что-нибудь поете? Вы спойте нам, мы же ждем. Давайте, спойте. Давайте, будет что-то молчить. Прикольная такая. Не, если мне, конечно, доплатить. Эх, эх, надоело жить. Мне как загнанная лошадь. Ох ты, видишь. Моя. Я хочу на коне. Жаль, мне конь помочь не хочет. Жас. Дуру взяла кредит. Арета Франклин. Арета Франклин. Голос похож. Жаль, мне теперь предстоит год корячиться козою. Герой! Вот ты, блин, по намытому прёте! А что у вас тут? В артисты отбирали! Тут и мать честная! Предупреждать же ж надо!